По распоряжению Министерства внутренних дел с 25 сентября проводятся профилактические мероприятия «Неделя безопасности». Уровень аварийности с участием несовершеннолетних остается значительно высоким. Перевозка несовершеннолетних без использования специальных кресел и удерживающих устройств – самая распространенная причина несчастных случаев на дороге. Об этом рассказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдулнасир Тавбиев. На Союзе 3 августа было ДТП, совершено по улице Московская, на перекрестке улиц Казбекова и Московская, где пассажир, ребенок попал в больницу из-за того, что не был пристегнут ремнями безопасности и удерживающим устройством. В продолжении беседы инспектор отметил, что для кардинального изменения ситуации с детской аварийностью необходимо последовательно усиливать деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. В образовательных учреждениях проводятся профилактические мероприятия с целью ознакомления с детей с правилами дорожного движения. Кроме того, сотрудник ГИБДД обратился к водителям с просьбой соблюдения правил, не превышать скоростной режим и быть бдительными на дороге. Хотелось бы обращаться к водителям, чтобы они возле школ, возле детских садов и во дворах не превышали скорость, не соблюдали скоростной режим, потому что возле школ у нас часто вот дети попадают, потому что они, конечно, как бы их ни учили, они могут это забыть и, конечно, могут, играя, забывать, что они на дороге. Чтобы они были осторожны, чтобы они были внимательны. При перевозке детей водителям автотранспорта необходимо быть предельно внимательными и максимально обезопасить пребывание детей в автомобиле. За 8 месяцев текущего года по республике допущено более 100 ДТП, в которых погибли 26 и получили ранения различной степени тяжести около 180 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается значительный рост. Повышение уровня безопасности на дороге – первостепенная задача. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».